я коренной одессит, и поэтому, в принципе, можно сказать, вырос в этих краях, в этом парке. И я здесь ходил, и в это же время ходил здесь Владимир Картамышев. Он на пленке оставил, на пленке, на видео оставил столько из нашей жизни. Он столько принес радости и столько каких-то чувств, которые открывались в людях, которые без его песен, может быть, и не открылись бы никогда. Может быть, под его песней у кого-то любовь началась. Прежде всего, качество актерского исполнения, сюжет придуманный, стилистика. Но мы судим не песню, мы судим клип. Поэтому наш все-таки принцип – это качество клипа. Клипа как художественного произведения. Теперь хочу объявить победителя конкурса, по мнению нашего авторитетного уважаемого жюри. Это Елена Кутинова. За помощь в проведении конкурса мы хотим наградить наше уважаемое жюри Леонид Павлов. И дальше чем? Александр Готинов. Мы очень надеемся на дальнейшее сотрудничество, потому что будем проводить ежегодно конкурс таких клипов. Очень приятно, что в этом году главный приз взяли одесситы. Спасибо, во-первых, что обратились к нам, профессиональным кинематографистам, что в рамках музыкального фестиваля есть еще такой конкурс видеоклипов и видеороликов. Радует то, что люди, которые считают, что им, чтобы самовыразиться, мало общения лишь перед зеркалом, конечно же, я приветствую таких людей, которые пытаются и песни писать, и исполнять, и с друзьями делиться, и с публикой делиться, и снимать на эти мелодии, на песни видеоряд. Володя объединял вокруг себя людей творческих. В нашем фестивале мы хотим привлечь внимание всех талантливых людей. Сыграй мне, пианист, и зараненную тему, и пальцы окуни в разорванную душу, я откровенность пальцем не нарушу. Когда опустишь руки, и нет ни слов, ни музыки, ни сил, в такие дни я был с собой в разлуке, и никого помочь мне не проси. По улицам прыгает солнечный зайчик, заглянет в лицо и оставит улыбку. С улыбкой шагает по улице мальчик, а бабушка скажет, что счастье не сыпка. И прыгает, прыгает, прыгает солнечный зайчик. Пусть в делах перебор, не судите, люди. Время будет, и оно рассудит. Я прошу, как и прежде, чтобы жить и дышать, и любить, и мечтать.
пусть меня не оставит надежда. На мальчишек не похож, жены отдыхают тоже, и без грусти нам не обойтись. Вспоминаем, кто был рядом, кто воспитывал нас взглядом. Жаль, что братья все собрались. Я уверен, что есть еще силы сохранить этот наш бриллиант. Как мечтал тут Арман Дюпреси, лучший город, когда был задуман, что в веках мы его сохраним, не теряя и славы француза. Жизнь — это лишь вальс, шелест деревьев, журчанье воды, скрип тормозов и груз тишины, звуки вроде одни, но ноты все же свои слышит каждый из нас. Но ноты все же свои слышит каждый из нас. Я понял здесь сейчас, но был далек от правды. Огонь свечи погас, и высказались все. Родник любви пробит порывом жажды. Пегас летел по ночной тишине. Пегас летел по ночной тишине. Падают вниз, а я в порядке, мне и так зашибись. И в стужу лютую на сердце вода, да два по сто и один пятьдесят. Зажги меня, музыкант, зажги. посвященная Вове Картамышеву от его друзей. Проживая в Васе жизнь, ты не падай раму жизнь, ведь танцует этот мир с тобою. Столько счастья видит там, дом любимая друзья, море, город, сладкий шум прибоя. Очень высока, вдруг тебе моя рука, ты держись, стремись, крепись моею. Столько пройдено дорог, это только лишь идет трудный путь.
Могу я жить лишь с поднятой головой.
сразу не поймет. И пусть вопросов с возрастом все больше. Ты дай мне силы идти достойного пути и нужным миру быть как можно дольше. Знакомый жаргон. Здесь всегда кто-то есть, тот, кто держит фасон. Здесь никогда не видал я бендюги, ведь я рожден во времена буги-вуги. И одесских куплетов я не сочинял. Для меня рок-н-ролл был началом начал. Здесь родился, здесь и живу.